Доброе утро! С 26 по 28 сентября в северной столице пройдет ежегодный и крупнейший в России и СНГ Санкт-Петербургский международный контент-форум, который включает в себя и постоянную индустриальную выставку «Киноэкспо». Форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа – главное событие для отечественных медиа, особенно в эпоху отсутствия голливудского контента. За три дня представители крупнейших российских кинопрокатчиков и продакшн-студий расскажут и покажут, что нам предстоит увидеть в кинотеатрах, по телевизору и онлайн в ближайшие полгода. Ну а я прямо сейчас расскажу вам о самых заметных телесериалах недели и начнем с нового проекта из телевселенной «Звездных войн». Очередной спин-офф «Звездных войн» получил название «Андор». Это приквел к фильму «Изгой-1. Звездные войны. История» 2016 года. И рассказывает он о Кассиане Андоре, разведчике повстанческой армии. Действие нового телесериала происходит во времена формирования сопротивления, примерно за 5 лет до событий, показанных в полнометражной ленте. Кассиан Андор. Империя душит нас так медленно, что мы даже не замечаем этого. Хочу спросить вот о чем. Не лучше ли посвятить себя чему-то действительно стоящему? Сценарий «Андора» написали голливудский ветеран Тони Гилрой, а также один из сценаристов «Карточного домика» Бо Уиллимон и Стивен Шиф, отвечавший за шпионскую драму «Американцы». Режиссерскую группу возглавил Тоби Хейнс, один из постановщиков «Черного зеркала». Как все уже поняли, мексиканский актер Диего Луна вернулся к роли Андора. А компанию ему составили Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу, Женевьев О'Рейли, Форест Уитакер и Алан Тьюдик, голос дроида K2SO. Эх, знали бы продюсеры нового британского телесериала «Это Англия», что слишком рано сняли байопик своего бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Сейчас нужно было бы приступать к экранизации жизни и деятельности, пожалуй, самого противоречивого политического лидера в новейшей истории Соединенного Королевства. Так или иначе, нас ждет телехроника о работе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время первой волны коронавируса. Роль Бориса Джонсона исполнил мастер актерских перевоплощений Кеннет Брана. Среди основных действующих лиц – главный советник премьера Доминик Каммингс в исполнении Саймона Пейсли Дея, глава казначейства Риши Сунак, его играет Шри Патель, и министр здравоохранения Мэтью Хэнкок в его роли Эндрю Бакон, которого общественность обвиняла в потере контроля над эпидемией. Сценарист и режиссер мини-сериала «Это Англия» сам Майкл Уинтерботтом, снявший такие кинохиты, как «Гол» и «Жадность». Он должен был поставить все серии, однако из-за проблем со здоровьем выбыл из проекта. В итоге полидраму доснимал режиссер «Короны» Джейн Остин Джулиан Джаральд. Из российских телесериалов этой недели спешу порекомендовать вам новую комедию «Ева, рожай» от режиссера Никиты Грамматикова. Ее цифровая премьера состоялась 20 сентября. Ева – талантливая преподавательница танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины. Любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что любовь всей ее жизни женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты и всерьез заняться личной жизнью. А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос, чему верить – влечению, голове или сердцу. Когда жизнь постоянно тебя бьет по башке, в какой-то момент ты резко срываешься с петель. Простите, а вы не меня ждете? Изначально режиссером сериала «Ева рожает» должен был стать создатель крупнобюджетных российских блокбастеров Клим Шипенко. Но он выбыл из проекта, и его место занял Никита Грамматиков. Ну а главные роли исполнили Елена Подкаминская, Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый и другие. Ну а я желаю вам приятного просмотра в уютной домашней обстановке. Увидимся.